Роман Перебежников, председатель комиссии по состоянию дорог, уверен, он раскрыл причину плохих дорог в Липецке. Исследования заняли больше полугода. С помощью высокоточных устройств специально созданная комиссия обследовала все дороги Липецка. В расчеты бралось все – количество машин, климатические условия, качество асфальта. Причиной появления ям на дороге и трещин является, как установила наша комиссия по состоянию дорог Липецка и Липецкой области, пешеходы, которые обуты в китайскую дешевую обувь и перебегают в неположенном месте. Дорога элементарно не выдерживает нагрузок. Samo jedzie, no kurwa mać! Ja pierdolę! Haluję go! Kurwa cię! I tam przypierdoli w tej wichu. Uważaj, żebyś nie wyjechał, bo... Thank you.